Так, всем привет, добро пожаловать на мой канал Аленка М. И в этом видео хочу с вами поделиться такой моей радостью. Я не знаю, будет это отдельным видео или нет, но я вообще собиралась его снять отдельно. В общем, я включила камеру и решила, что мне нужно это сделать, потому что если я буду откладывать, выбирать какие-то определенные дни, у меня, как всегда, потом все рушатся мои планы на все видео. Я ничего не успеваю в итоге сделать, поэтому я решила сейчас в этом видео с вами на эту тему поговорить. Я решила просто так не тратить свое время препровождение в Украине, и чтобы хорошо заняться этим. Мне нужно было почистить все свои мысли, отпраздновать Новый год, Рождество, все праздники, чтобы потом перейти к осознанию себя, поговорить самой с собой, со своей головой, понять, что я хочу, чем хочу заниматься. Как вы знаете, я работаю в туризме, и это связано с продажами. Я, если честно сказать, это моя работа, это моя стихия, это мое все. Я себя ощущаю просто как рыба в воде. Есть, конечно, минусы, есть свои плюсы. Это как в любой стране, в любой работе, в жизни. То есть я к этому по-другому отношусь, более с позитивом, если честно. С каждыми годами, то у меня уже... Вот, опять сказала, если честно. Мне моя подписчица будет писать: о, если честно, значит, она врет. В общем, на меня эти психологические все тесты вообще не действуют. Так вот, хотела с вами поделиться своим новым хобби. Я пошла на курсы микроблендинга. Это будут брови, губы, ну, глазки, это будут реснички, там межреснические какие-то полосочки. В общем, у меня уже началась практика. Точнее, сегодня у меня будет первая практика на латексе. Через 2 дня у меня уже будет девочка-клиентка, которую мне нашла моя преподаватель. По окончанию моего курса у меня будут выданы мне диплом, а может, дипломы. Посмотрим, как у меня все получится. Вот, практику я уже начала, точнее, теорию. К теории мы уже приступили, все расписали, все уже знаю. Ну как, все знать не могу, но частично все уже мне понятно. Теперь надо переходить уже постепенно к практике. И, конечно же, как всегда в любом деле, это все нарабатывается с опытом. Видео выложу, когда у меня уже будет первый клиент. И если вы хотите попасть ко мне в ручки, и будет рядом со мной мой мастер, то я делаю сейчас такую акцию, чтобы мне набить руку по цене именно только материала, который будет затрачиваемый. И все. За работу не надо платить, но переживания, думаю, не стоит. Потому что вы часто также ходите к мастеру в салон, и не факт, что он вам сделает что-то хорошее по окончанию своего результата. Иногда ваши даже проверенные мастера могут сделать небольшую даже ошибку. Вот какая у меня штучка, смотрите. Сильно. Вот, почувствовала, да? Ага. Мне нужно не соприкасаться с ним. Нет, не нужно. Теперь, а ну дай мне, нажми на педальку. Видишь, сцепка идет. У меня первый практический день. Буду делать на латексе. Потом вам покажу позже. Это вот такой вот латекс. Вот так он выглядит, как тряпочка. Коврик. Вот. И у меня преподаватель Кристина, которая мне делала изначально мои брови. Делала маме брови. Еще кому-то. Ну, в общем, это уже проверенный человек, поэтому если вам нужны как бы координаты, пожалуйста, я, конечно же, все напишу. В общем, сегодня мы будем проходить именно по латексу. Я вот сегодня уже разбирала машинку, но это не мой инструмент. И когда уже будет приобретен мой, конечно, мне будет более комфортнее, что я уже буду знать, как это, что делать. И сейчас мы вот будем начинать пробовать, начинаем с губ. По контуру я сейчас буду пробовать, как работать. Ну, в общем, мне уже нравится, очень классно, интересно, что-то новое, необычное. И я думаю, что у меня все получится. Поэтому для вас чуть-чуть поснимаю, вы можете посмотреть, побыть с нами в сегодняшний день. Кстати, про рисовку Кристина делает обычной ручкой. Почему? Потому что карандаш может сделать толстую линию. Зачастую он и делает толстую линию. И
если вы хотите, чтобы у вас результат был красивый, то... Конечный результат. Конечный. То выбирайте ручки. И я буду ручкой видно делать. Видно четкие границы. Это к тому, что вы у меня спрашивали миллион вопросов разных. Почему ручкой, где карандаш, где то, где сё, растушевка. Честно, такое чувство, что вы все заканчивали курсы и знаете больше, чем мы. Вот честно. Довести. Вот здесь вот, смотри. Ой, стул катается. Вот тут вот, да. Угу. И вот тут вот уголок. Угу. И ещё по низу пройдись. Так, девчонки, я вам говорила, что с вами поделюсь обязательно. Вот такая вот моя машинка, Bronc Pen. Она просто невероятно красивая, шикарная. Все, как я хотела. Красный цвет. Вот она вам чуть-чуть в оранже передает сейчас камеру, насколько вот я вижу. Но на самом деле она красная. Даже вот если так сейчас я уберу, все равно она красная. Вам чуть-чуть идет как в оранжевый цвет. Но она нереально крутая. Сейчас, смотрите, это картриджи покажу. Тоже заказывал девочке в Инстаграме. Она все профессионально этим всем занимается. Сама преподает. Вот такой вот картридж, получается, вы одеваете сюда. Вот так на машинку. И ей работаете. Сейчас еще покажу мотор. Тоже это все с одной серии. Мотор у меня такой вот красный. Вот, и получается включатель такой. Так что я теперь довольна, просто как слон. Модная, вообще с ума сойти. Жду вас всех в гости. Давайте, девчонки, будете моделями у меня. Ну что, девчонки, прошло время, я получила диплом. Теперь я... Мастер по перманентному макияжу бровей, акварельная техника губ и межресничка и стрелочки. Все это могу делать, так что теперь я с полной уверенностью прошла не только теорию, но и практику. Я закончила, я договорилась со своим мастером. Все свои работы сейчас я буду делать все при мастере, поэтому приглашаю вас в гости –
приходите, все будет возле мастера, все будет проверяться, вы можете за это даже не переживать, если вы, например, не доверяете мне. Я понимаю, что дипломы сейчас такое дело, что можно купить, можно договориться, это понятное дело. Веры сейчас у многих людей в дипломы нет, но я покажу также свои работы, все больше можете смотреть в Инстаграме. Скоро сделаю новую страничку. Все, следите больше по Инстаграму и, конечно, здесь с вами также буду делиться. Спасибо, кто верил в меня, я очень рада. Все вам покажу, расскажу и жду к себе в гости.